Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть во Flat Out. Так, давайте попробуем проехать. Слушайте, мне хочется по снежной трассе проехать еще разок. Что-то я помню ту снежную трассу, она мне сначала очень сложной показалась, а потом мы ее проехали довольно-таки легко. Может, с этой будет то же самое? Может, ну, в общем... О, кстати, она даже похожа на ту чем-то. Слушайте, да она... Даже это тот же трек. Так, снежная трасса, значит, ехать надо медленно. Ага, я помню, вот тут надо тормозить. Ну вот, если бы они, конечно, так не выпёхивали меня, то, конечно, мне бы было бы полегче. Так, тут фактически длинная, очень прямая. То есть тут можно, в принципе... Ага, вот тут вот я приторможу, пусть они там сами летят, вылетают. Так, замечательно. Слушайте, честно скажу, я еще не играл в эту трассу. Это вот первый раз, вот именно вот, если это видео, если я его решу выкладывать, то именно вот сейчас я первый раз еду эту трассу. То есть я даже еще не пробовал, ни без записи, никак не пробовал. Вот только вот сейчас первый раз. Пробую его записать, и вроде бы пока еду нормально, не знаю. Так. Вот отрыв-то сокращает, гаденыш. Так и норовит нас обогнать. Слушайте, ну она прям очень похожа на ту трассу. Прям очень-очень похожа. Так, вот так вот залетаем в поворот. Залетаем. Тут практически прямая. Это я помню. Ага, ага. Так, тут надо начинать тормозить, чтобы заехать. Блин, ну как так? Еле зацепил я эту стенку, или что там это было. И уже... Блин, ну как специально, знаете, игра против нас идет. Вот, вот если едешь хорошо... Игра как бы видит, что ага, едет хорошо. Ну попробуй, соверши, пожалуйста, любую ошибку, пусть самую маленькую. И я тебя за это накажу. Ну это мысли игры, я вам цитирую. Да, мысли игры, жестко. Вот, но... Вот реально смотришь, и реально создается такое впечатление. Ну вот, кое... Вот вы же сами видели, и то есть все записывается, я не знаю. Блин, ну, как-то обидно порой. Что вот так вот едешь, ну да, совершил маленькую ошибку, забыл там про этот угол. Но даже я не то, что там про я про него забыл, нет, я-то про него не забыл. Я про него помнил. Слушайте, и кстати говоря, хотите еще? По этой трассе гораздо легче ехать, чем по вот той вот, которая была в прошлом выпуске, где она, ну как там, это трасса строительная, да, или какая она там? Строительная площадка, или там они добывают что-то, я не помню. Вот. То есть там их гораздо сильнее выносило, чем здесь. То есть здесь снег, а выносит... Вот, пожалуйста, я затормозил практически сразу. Может, резину надо менять под разные типы, а? Но ее тут я не нашел, где ее тут менять надо. Я нашел только, что апгрейдить ее можно. Так я ее и так апгрейдил до максимума. То есть я не знаю... Что-то как-то какой-то это большой вопрос. Слушайте, у нас уже отрыв такой. А может здесь просто соперники хуже? Ну хотя мы тоже не зафейлились. Один раз мы совершили ошибку там. И то я даже не назвал этой. Вот еще раз нас выкинуло. Но ничего, мы быстро вернулись на трассу. То есть один раз мы совершили ошибку и нас там развернуло. Но тут такая, не такой уж это и фейл был большой. Да. Вот, легко вообще приехали первыми с огромным преимуществом. Вот это первый раз я еду эту трассу, то есть я ее еще не ехал. Вот не знаю, почему я решил ее проехать, видимо, ну, потому что помню ту снежную трассу, мне ее было тяжело проехать. И я сейчас проехал эту. Все, первое место, то есть не все так сложно на самом деле. Вот. Че, попробовать настройки? Не, настройки не хочу. Я вот хочу... А, давайте в лесу. В лесу я тоже еще ни разу не ездил.
А вдруг сейчас сразу первое место? Получится, кстати, очень хороший. Ну, хотя тут такая трасса, что тут сразу первое место, ну, не знаю. Она тут очень извилистая. Скорее всего, будет фейл. Хотя мы так, знаете, прям так залетели в этот поворот. Хотя у нас на хвосте... У нас на хвосте тоже сидят ребята серьезные. Блин, да... О, ну тут едут они, мама, не горюй, как. Слушайте, может, удастся его вот так вот нейтрализовать? Хе-хе. А-а-а, блин, ну вот. Стоило мне нейтрализовать моего соперника, так я ударился, главное, об колеса и выкинуло водителя. Вы это видели? То есть... Ну разве это вообще в какие-то ворота лезет? Ну как вот так вот ударился чуть-чуть хвостом? Ну, задней частью машины водителя выкинуло. Ну, это уж... Ну, вот именно этот момент, это реально, ну... То есть, если там все остальное понять можно, там машину переворачивает, да, понесло. Но водитель как может вылететь, если мы, извините, жопой стукнулись? То есть, да и торможения мгновенного не было. То есть, ну, я не понимаю чего-то, наверное. Во флотауте... Почему он сейчас не вылетел? Слушайте, какой большой отрыв у лидеров-то от нас. Точнее, у лидера. Он один остался, мы вторые едем. Слушайте, ну эту трассу я тоже первый раз еду. Но что хочу сказать вот сразу, да? Так, реально ее проехать. То есть это не какая-нибудь там нереальная трасса. То есть ее даже, ну, не стоит будет сильно заморачивать. Колеса эти гребаные. Не надо будет сильно заморачиваться там, чтобы ее проехать. Ну, я во всяком случае так думаю. То есть тут повороты, да, но тут не так выносит, как на той стройплощадке. Хотя лидер, конечно, оторвался, ну, просто нереально от нас. Я не понимаю, как он это творит. Как он это делает реально. Вот где он? Я его... Вон он там аж впереди поехал. Блин, да, на первое место он идет. Но на самом деле, если бы не та наша ошибка, я уверен, мы бы смогли. Вот, я уже даже вот такие вот штуки тут морошу! Ой, блин. Out of track, reset. Ну вот, перестарался. Ну, просто тут, знаете, тут сработал такой механизм. В общем, я тут уже решил, все или ничего. То есть, либо я его все-таки догоню и буду перегазовывать, там, залетать на бешеных скоростях в повороты. Вот, либо, ну... Слушайте, а мы же, по-моему, в этом повороте-то как раз вылетели. Нас что, настолько назад кинуло? Ничего себе! Офигеть! Или я что-то... Я надеюсь, что я что-то путаю. Но если нас кинуло настолько назад... Ого! Нас еще кто-то обогнать умудрился. Слушай, чувак, ты как это сделал? Ну, эта трасса довольно интересная, она динамичная, то есть ее нужно проходить на... Ну вот! А, все, это аут, это аут. И главное, R не нажимается, вот теперь нажалось. Ой, господи, ладно, проедем мы ее уже как-нибудь хоть... О, тут сейчас переворот будет эпичный. И главное, о, водитель, не вылетает, сидит нормально, что там? 10 раз перевернул. Нормально. А зацепился попой за колесико. Это все. Это поеду-ка я полетаю. Я ж ты чё. Вот, блин, я не понимаю физику флэт-аута. Вот честно. Порой не понимаю. То есть, порой она мне даже очень нравится. Ну, но объяснить логически как-то, что тут происходит, и почему это так происходит, и почему не происходит, как бы... Иначе я не могу. Кстати говоря, я погорячился с тем, что сказал, что эта трасса легкая. Вот, она нифига не легкая. Тут 4 круга и лидер едет. Видите, наша разница до лидера какая? То есть он едет очень-очень хорошо. То есть ни одной ошибки. Надо проехать все 4 круга без единой ошибки. Вот, другой вопрос, что тут, конечно, можно себе позволить залетать в повороты вот на таких скоростях. Вот, и они тут довольно безопасные, эти повороты, и пологие, то есть в них легко так вот входишь, вот так вот залетаешь.
Ну, даже вот тут вот чуть-чуть нитро, и мы вытянули. Но видите, как едет человек, не человек, а бот, кто он там перед нами. То есть мы не смогли его догнать. Они едут идеально эту трассу. Да, то есть погорячился я с тем, что она простая. Ни разу она не простая. Ну ладно. Вот, проехали и проехали. Не все же трассы нам с первого раза на первое место проезжать. Вот, поэтому я как бы сильно и не заморачиваюсь. Можно было, кстати, это попробовать проехать. Ну ладно. Вот. Так, что, поиграть бонус какой-нибудь? А ладно, не буду, наверное, играть бонус. Все равно не получится, наверное, побить рекорд. Так что, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.